Всех приветствую, мои дорогие подписчики и гости канала. С вами Наталья Крайник. Сегодня я делаю яблочный пирог без муки и без сахара. Вкусный, полезный пирог, особенно для тех, кто не хочет поправляться. Всем, кому интересно, оставайтесь со мной до конца. Все пропорции, ингредиенты будут у меня указаны под видео в описании. Берем творог, выкладываем в миску. У меня творог 5%. Четыре ложки сметаны. Сметана у меня 15%. Четыре ложки меда. Немножко так щепотку подсаливаем. Перемешиваем. И взбиваем блендером до однородности. Перебили блендером. Теперь добавляем 3 яйца и вмешиваем их. Берем овсяные хлопья. Я их уже перебила в муку. Вот такой крупной фракции, не мелкую, крупной фракции должно быть. Добавляю сюда 1,5 чайной ложки. Здесь у меня есть разрыхлителя. Перемешиваем. Все смешиваем. С этой, с овсяной мукой. Из овсяных хлопьев. И добавляем в миску. Перемешиваем. Перемешали до однородности. Берем форму, застеленную пергаментной бумагой. Я еще смазала дно формы. У меня форма в диаметре 20 сантиметров. Смазала сливочным маслом дно и бортики смазала. Выкладываем форму. Разравниваем все хорошо по форме. Берем яблоки. Я их уже порезала. Каждое яблоко порезала на половинку и еще на такие слайсы. Выкладываем. Чуть-чуть втапливаем их. Яблоки выложили и несем в духовку, разогретую до 180 градусов. И выпекаем 40 минут. Пирог достали из духовки. В форме дали ему еще немножко остыть. Затем перекладываем на блюдо и пробуем. Вот такой пирог в разрезе получился. Мягкий такой. Сейчас я его еще и попробую. Смотрите, какой мягенький. Вкусно. Даже я не подумаю, что здесь нет сахара. Вкусный, ароматный, аппетитный. Пробуйте, делайте. У вас все получится. Самое главное, делайте с любовью. Всем приятного чаепития. Спасибо, дорогие мои, что вы были со мной до конца. Ставьте лайки, пишите комментарии, я на них отвечу. Подписывайтесь. Всем
До новых встреч. С вами была Наталья Крайник. До свидания.